уснул. От самого Фрунзе в окошко смотрел. Да, надоело. Тоска, ведь степь да камни. Засопел ягненок. Сколько ему? 17. С аттестатом зрелости и ванрахай. И куда их несет? Словно гонит кто. Может, сирота? Да нет, мать провожала. Сейчас в Анархае. Жарко? На камень плюнешь, шипит. А с водой как? Нет воды. Фу. Куда малого-то определили? За камни. Полевую бригаду. Захар сбежит. Успехи? Ой, ну какие там успехи, колючки замучили. Приветствуем тебя, Аксакал. Добрый день. Но теперь у вас дело пойдет. Я вам помощника привез. О, Салам Абакир, держи сигареты. Наконец-то. Спасибо за подмогу. Ну а где ж он? Где помощник-то? Где? Следом бежит. Эй, Садабек, смотри, на нашего Асана похож. Он совсем ребенок. Доброе утро. Ну и помощничек. Да я его брать не хотел. А у него комсомольская путевка. Вези, говорят, без скандал. Ну что поделаешь-то? Ну вот и привез. Кемель, продрал глаза? Вот твой бригадир. Выгружайся. Чумаш, а почта? Привез нам письмо от сына. Альдей, да теперь часто-то пишут только родители. А от детей... Не дождешься. Вот, это вам. А это Абакиру. Ошибка. Я не получаю писем. Знаю. Но это тебе. Абакиру Джураеву. Абакиру Джураеву? Очень знакомая фамилия. Артист, что ли? Сводка готова? Без липы? А в других бригадах план горит? Выдохнули бы, Чумаш! Никак не могу, Ольдей. Молодая жена ждет. Чумаш Байке! Замена, да? Вместо меня, да? Пока нет. Потерпи, Шейшен. Людей мало. А с ним тебе будет веселей. Будь здоров. Да вы сейчас, вы же обещали. Ну что, святой, что ли? Я уехать хочу, а не веселиться с этим. Это нечестно. Я убегу. Вот возьму и убегу, слышите? Слышим. Одень сперва штаны. Бегом. Потерпи. Сами обещают, а сами... Замолчи, надоело. Э-э-э.
Джураеву Абакиру от Меркула Джураева. От отца, да? Вспомнил. Погремушку дома забыл. Это не артист. Джураев был такой тракторист. Какой-то рекорд поставил. Это он и есть. Только портрет не догадались тиснуть в районную газету. Нет, я серьезно. Я о нем где-то читал. Правда читал? Может, в крокодиле? Ну да, конечно, в газете. Джураев первый в Киргизии на сверхскоростях пахать начал. Это на довоенных тракторах. Ну и что? Говорят много, да толку мало. Где же он теперь? Да, кто его знает? Может, в город уехал, на производство устроился. Не знаю. Это точно. Я тоже одну знал. Комбайнерку. Грамм-то заработала. И в город. А теперь директор ресторана. А Ильдей, чаю. Эх, вот ты куда. Директора захотел. Спасибо. Гелиобатареи. Чего? Солнечные батареи. Они на спутниках превращают лучи солнца в электроэнергию. Вот похоже на такую пиалу. Ученый. Пошли, Калипа. Ступай с ними, Кемель. Будешь работать у Абакира. На черт он мне нужен. Садабек, возьми его вместо меня, а я уеду. До конца пахоты не отпущу. Посади его на водовозку. Ну что ж, придется на водовозке поработать. Как на водовозке? Не упрямься, Кемель, не упрямься. А ты надень. Ну, ведь меня же сюда прицепчиком прислали работать. Другой работы в бригаде нету. Уезжай, если хочешь. Абакир, а тот самый тракторист, о котором Кемель говорил, это не твой родственник? Нет. Огорчайся, а то я и воду возила, и готовила. А это наш орлик. А ты запрягать-то умеешь? А чё тут уметь? Покажите. Ну, конечно, покажу. Родник наш, вон за холмом, вон. Thank you.
Командир, принимай воду! Ты что? Тут было ведро. Потерял. Эх, растяпа. Ну, теперь все. За простой тракторов тебя под суд отдадут. Да черпай воду руками, чего стоишь? Я сейчас. Эй, парень! Сейчас ведро принесу! Стой! Это твоя работа? Моя? Нет. Стой, за чей счет списывать? Час воду ждем. Да что ты? Где же час-то, Абакир? Молчи. Можно заливать? Валяй. А горячую кто сливать будет? Забыл. Простите. Это где-то здесь. Мы это в школе проходили. А это не там. Сзади. Здесь? Ищи, ученый. Здесь? Ищи, ищи. В школе проходили. А может, здесь? А воду спустить не можешь. Это вы так шутите? Ha 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 ha
Петр, а не водохранилище! Приезжай часа через два! Ну а что же мне теперь делать? Загорай! Кемель, а с тебя ведь пол-литра. Закон есть закон. Да я как-то не подумал. А я подумал. Получку отдашь. А может, не надо, а? Собирай на стол, Клипа. Присаживайся, ученый. Бригаду угостить нужно. Порядок такой. За Анрахай. Пей, пей. Наработался сегодня. Анрахай — это крепкий орешек. Да. Каменный. Не по вашим молочным зубам. Он стальных требует. Ничего, Аксакал. Мы и молочным разгрызем. Стальные что? Протез? О, смотри, какой ученый. Ты его не отпугивай, Абакир. У нас бригада передовая. Да вам у нас понравится. Вот привыкните немножко и понравится. Передовая? Это тебе, Кемель, знать нужно. Не подводить. Как комсомолу, на уровне. А у моего старика грамот. Класть некуда. А мне в премию крабдышин дали. Цветочками. Ладно, хватит. А приемник наш видели? А Бакиру за высокие показатели дали. На сцене вручали. А он его бригаде отдал. Для всех. Ах, да-да-да. Приемник. У нас во приемник. Какой у нас приемник. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, просто прелесть. Ну вот, полюбуйтесь. Гладенький, новенький, полированный. Но только... Не работает. Электричество на Анрахай забыли подвести. Да он же батарейный. Просто надо проверить контакты, и все. Это что, может, и работать будет? Ну, Бакир, вот тут-то ты и промахнулся. Кир, ну где же твои майки?
лучшему трактористу Тюраеву. Абакир. Тебе кажется, тряпки нужны были. Эй, ты! Бросай свои тряпки. Разревелась. Работать иди. И в другой раз не лезь, куда не просят. Знай свое место, бабье. Вы обидели Калипу. Очень. Слушай, а ты чего моргаешь? Я же серьезно. Ну, раз серьезно, тогда поговорим. Езжай рядом. Не ехал зачем? За рублем или по зову? Вы же знаете! А ты еще раз! Работать! Ах, работа! А ты знаешь, что там? Байконур, дорога в космос, ракеточки запускай. Вот и подался бы туда. Работать! Ванрахаи не работают. Ванрахаи вкалывают и не суют нос в чужие дела. Понял? Нет. Но ведь люди, они скоты. И если, как вы говорите, вкалываем, то с целью. С какой? Лучшей жизни на этой земле. Ах, как красиво. Люди, они скоты. И ты еще веришь в этот треп? Мой тебе совет. Верь только своим рукам и глазам. Оглянись, посмотри на эту мертвую землю. А ты знаешь, зачем мы пашем эту пыль? Чтобы доказать потомкам, что здесь не может расти даже люцерна. Вы просто ничего не понимаете. Thank you.
Опять на простое. Извините, пожалуйста, я немного задержался. Задержался. С девкой? А Бакир? Что, Бакир? Ну, почему он такой? Ну, что мешает по-человечески относиться к людям? Сильно.
Все уважают ваши руки. Вы замечательно работаете, но к людям вы относитесь как к бай! Ну, а теперь заливай воду. Нет, я не буду. Чего? Я вам заливать не буду. Зальешь. Я сама залью. Подними ведро и залей. А Бакир? Я тебе сейчас... Ничего вы со мной не сделаете. Ты не спишь. Я тоже не сплю. Слышишь? Ветер воет. Это волки. Страшно. Как хорошо, что ты меня позвал. Зови меня всегда, родной мой. Красивый. Ты такой сильный, уверенный. Какая луна огромная сегодня. Осень скоро. А Бакир, ты меня любишь? Я тебя так люблю. Понимаешь, я тебя уважаю. Ладно, ладно. Тебя все уважают. И Садебек, и Джумаш, и даже Кемель. Он хороший парнишка, не надо его обижать. Джумаш. У меня таких целая бригада была. Всех в люди вывел. Потом, видишь, не понравился. Зазнался. Образованных им подавай. А Бакира долой. И опять будет, как раньше. Вот увидишь. Калипа, что было, уже не повторится. Все будет хорошо. А зимой мы в город поедем, ладно? А на Кемеле не обижайся. Давай по-хорошему. Увидишь, он извинится. А ты научи его трактор водить. Дура, ни черта не понимает. Иди спать.
плачь, плачь, сама виновата. Ой, во всем ему угождаешь. И Садабек хорош, потакает по старой привычке. А я бы его в бараний рог скрутила, сбила бы эту спесь. А ты что делаешь, Калипа? Бросит он тебя, как бросил старую семью. Нет, он любит, пойми ты, и мы поженимся. Поженитесь? И ты ему веришь? Ты думаешь, ему это надо? Ну, что ты ко мне прицепился? А я хочу знать, почему мне нельзя на сверхскоростях работать. Да потому, что ненавижу обман. Гектаров много даже. Ну и что? А глубина запашки воробью по колено. По колючкам же пашешь. А глубины тебе не хватает. А будет глубина, что это пыль? Пшеницу родит? Родит. Да? Сейчас не родит, а воду дадим. Родит. Да где она, вода-то? Болтовня все. А ну попробуй, достань ее. Кругом песок да камень. Ну так рассуждать вообще не похоже. Смотри, какой правдолюб. А когда-то ты не рассуждал, а пахал. Ты еще громче всех хвалил, когда я на высоких скоростях рекорды ставил. Меня этим попрекать не надо, Абакир. Да, я хвалил. Потому что верь. Мне говорили, гордись, Садабек пойти. За самим Абакиром Чураевым идешь. Вот я и шел за тобой. И кроме твоей спины ничего не видел. А теперь сдвинули тебя в сторону. Ха. Мне кое-что и открылось. Что тебе открылось? Степь, бурьян, колючки? Пусть степь, но зато до горизонта. Горизонт, а ты эти красивые слова не у нашего сопляка одолжил. Скоро песни сочинять начнешь. Да пойми ты, ни один анрахай на нашей земле. Урожая здесь так и так не будет. Хоть рекорд дадим. Другие пойдут за нами, подражать начнут. Будут на нас равняться. Люди что, овцы? Козел станет, все стадо стоит. Козел бежит, все бегут. И ты тоже побежишь. Овцы за козлом и на бойню идут. А ты вот Кемеля поведи. Побежит он? Садабе, помоги снять казан с огня. Пять Кемель. Ну что, молчишь? Какой болван сует под ноги всякую дрянь? Собляк-то наш, видно, сбежал и вещички бросил. Дожидайся. Ну, ладно. Гасить свет. Я читаю. Гаси. Что ты заблудился. Искать собирались. Ну, хватит там возиться. Спать пора. Ты слышала? Что я говорю? Абакир. Гаси свет. Я кому сказал?
светишь ученому. Их величество не могли раздеться без света. Абакир. Замолчи. Имею я право отдохнуть после рабочего дня. А я читаю. Что? Плевать я хотел на твое чтение. А ты что стоишь? Не надо гасить. Я притушу. Ах, не надо. Тогда раздевайся, как этот щенок. При свете раздевайся. Не обращайте внимания. Он шутит. Я шучу. Я сказал ночь. Значит, при свете будет ночь. Раздевайся. Слышишь? Не надо, Абакир. Ну, зачем? Пожалеешь. Я ж не могу. Ничего, сможешь. Постыдись, Абакир. Не надо. Пусть ученые читают. А мы не ученые, спать будем. Раздевайся. Я жду. Абакир, прошу, пожалуйста, не надо. Я сказал ночь, значит ночь. Абакир, я не могу, не могу, я, ну хоть убей, не могу. Прошу, не надо. Ты против меня, ну гляди. Подойдешь теперь. Кемель! Откуда вы? С гидростроя. Эй, Тушканчик, как ты сюда попал? Петька, с подкидыша в тебя. Вах, да это пацан, а я думал, девочка. О! А что вы здесь делаете? Катаемся, 100 раз туда, 100 обратно, а потом море будет. Море? Ну да, водохранилище. Подземные реки поднимает. Хлопцы, сдавайся сразу. Цель, кто хочет, сагитирует. Уже сагитирован. Ты что, всерьез? Нам руки во как нужны. Ну что ж, едем. А мы не туда, на обратном пути прихвачу. Сейчас перегон у нас. Понял? Эй, старик, жми, а то Касымов до Маруси раньше тебя доедет.
Ты чего? Шоссе! Конец Анрахая! Тайшен, лепешки неси. Приветик. Как раз к ужину. Ну, помогите-ка мне. А? Давай. На, несите. Держи. Ага. Осторожно. А ты знаешь, здесь уже поднимают подземные реки. Скоро в Анархае будет вода. Вот и хорошо. Водовозка теперь не понадобится. А я на водовозке работать больше не буду. Сажайте на прицеп. Как в путевке сказано. Садобек, вместо меня. А я уеду. А? Никуда я тебя не отпущу. А может, Калипа? Я буду на водовозке. Ну как, Абакир? А мне все равно, кто сзади трясется.
прямо в метле. Руки, руки. Я вас мигом проглочу, 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 не помилую. А Бакир с ума сошел. Устали? Все. Дурак. Черепаха. Я думал, устали. Товарищ Жираев. А рекорды? Вы с таким же огрехами ставили? На таких колючках сам черт ногу сломит. Раньше для меня специальная бригада бурьян жгла. А ты приходишь до позоле на сверхскоростях. А что ж сейчас не жгем? А кому это надо? Ночью на дворе. И еда вся уже остыла. А Кемель где? Что я ему, нянька? А, ну что ты за человек, Абакир? Сам на шайтана стал похож. И ребенка в гроб загнать хочешь, а? Как же. Загонишь такого.
Прибыл. Слушай, Абакир, что это за гонки ты устраиваешь? Я тебе план даю. Еще бы. Прямо рекорд. Так поздравь меня и отстань. И чего ты мальчишку травишь? Хоть наизнанку вывернись, а доброго слова от тебя не услышишь. Ты устал. Старый я стал. Смотри, Абакир, зарево. Бурьян жгет, сопляк. Красота какая. Thank you.
ты все скошенные колючки сжег. Вон какие полосы. Ничего. Зато сегодня по золе пахать будем. Вот и хорошо, да? И с Абакиром у вас все наладится. Он же добрый. Ты только слушайся его, а? И не спорь. Чимми, а может, попробуем по зале, а? Да мне голову снесет. Ой, да ты не знаешь Абакира. Вставай. Хочешь, я тебя научу? Да я умею, ну, была не была. Смотри. Кто это? Паскуда! Это Москва. Пробежки тебя победили! Заговорила. Самое страшное – это инерция. Батарейное питание. Окажется, что ощущение – это ты дело закончил, вот а нет облегчения. Хорошо-то как. Ты весь изменился. А наш Асан тоже стихи пишет. Слушай, Альдей, слушай. Надоела эта трескотня. Выключите. Голова болит. Выключай. Почему? Липа, выключи приемник. Это тоже возможность сначала. Кто создал поражение, того не разбили. Самое страшное – это инерция стиля.
хватит. В общем, как хочешь, бригадир. А пока он здесь, я работать не буду. Сейчас план гнать надо, а я работать не буду. Так что решай. Да ты что? Это же... А может... Садабек! Давай я кабакиру на прицеп, а вы с Кемелем как-нибудь, а? Давай так. Нет, бригадир, это не выход. Или он, или я. А вы все понимаете? Вы вот так до конца понимаете, что будет, если я уйду? Что молчишь? Решай, бригадир. Тебе с ними оставаться. Садабек Байке. Я отсюда никуда не пойду. А я тебя и не отпускаю. Зима на носу. Нам пахать еще вот сколько, а вы тут. Хватит, бригадир. Все ясно. Клипа, дай рюкзак. Ну? Я сам. Виноват. Слышишь? Ты виноват во всем. Чего уставился, а? Ты понимаешь, что ты наделал своими дурацкими спорами вечными? Уходи! Убирайся отсюда! Где Абакир? Верни мне Абакира, слышишь? Иди, догони его! Я не могу без него, можешь ты это понять? Он должен быть здесь! Здесь! Здесь!